представляет регион Моторхорд, это достаточно большой кантон, там производят много вин. И он сказал, что для того, чтобы подготовиться к сегодняшней презентации, ему придется попробовать очень много вин кантона Вале, для того, чтобы в них разобраться, и для того, чтобы достойно представить свой регион. И я у него спросила, как он себя чувствует. Он сказал, что хорошо, он настоящий крепкий человек, он все попробовал, и сейчас вам об этом все расскажет. Как только мы попробуем вино из региона Женевского озера, вот, наконец-то нам принесли справа. So which means I can start drinking because you told my whole story already. No, I told the story how you tried to degustation.